Это программа «Мой район». Будет когда-нибудь, как я не знаю, как правильно ударение, байопик или байопик, но вот как бы снят фильм про такого персонажа, как Борис Березовский? Где-нибудь у нас? Не знаю. Я думаю, что это очень интересный был бы фильм. Очень интересный. Причем, если делать его как биографию, это, наверное, было бы не очень хорошо. А если взять за основу и сделать из этого художественный образ, это же, в общем, речь идет о невероятной трагедии авантюриста. Не, ну художественный образ есть. Есть уже Владимир Машков играл в фильме, как это, «Олигарх» назывался. Да. Там имел Нет, виду, это очень далеко от биографии. Это да, как бы да. Навеяно. Навеяно, да. Это, в том анекдоте, это мне Шлема напел. Нет, я имею в виду близко к биографии, близко к биографии, но с некоторым художественным вымыслом-домыслом. Ну, как фильм «Спасибо, что живой». Это про Высоцкого, это очень близко к Высоцкому, но там есть элементы, которого в жизни Высоцкого не было. Как вам, кстати, эта работа? Она неоднозначные вызвала отклики. Мне очень нравится актерская работа Астрахана. Да, неожиданно. Да. Я ему говорил. О том, что в каждом деле нужен свой дилетант. Да. Великолепный актер. Просто великолепный совершенно. Говорил. Да, как раз. Вот. Нет, не могу сказать, что я фанат этого фильма. Это не раскрывает характер Высоцкого, понимаете? Это, может быть, здесь претензия на то, чтобы раскрыть беду, трагедию Высоцкого. Но характер Высоцкого, я его знал другим. А вы были знакомы с Владимиром Семеновичем? Да. Не близко, но да, конечно. А вот Акиньшина, вы же очень хорошо знаете Оксану, жену Леонида Ермольника, который прототип. А насколько убедительно она Акиньшина сыграла? Ну, с моей точки зрения, я не знал, скажем, ту Оксану вот того времени, но сегодняшняя Оксана, которую я знаю, намного умнее. Намного сильнее как личность, чем в персонаж фильма. Ну, там имеется 18 или 20 лет. Я не знал ее тогда, я поэтому не могу судить. Ушли от ответа. Супруга Ермольника, Оксана, была последней любовью Владимира Семеновича Высоцкого. Она очень хорошая женщина, и я отношусь к ней с глубоким уважением. Ну, просто жизнь так сложилась, что Леня в нужный момент оказался в нужном месте, когда ситуация была довольно драматическая в ее жизни. В чем драматичность? Ну, драматическая, что после Высоцкого она, так сказать, немножко потеряла себя. Леня познакомился на какой-то гулянке, где она оказалась довольно сложной. Ситуации. Я не был там. Как женщина? Как женщина, да. Эту историю мне очень подробно рассказал человек, который там был. Да. И Леня повел себя по-мужски. И это то, о чем я сразу и написал, что здесь действительно Ермольник повел себя как мужчина. И влюбился в нее, Вообще она очень талантливая женщина. Хотя благодаря вот всей системе жизни самого Лени, и тому, что она тоже хотела выкарабкаться в этой жизни, то, конечно, появилась, знаешь, вот такая, есть такая система жен всезнающих. Вот это такая, знаешь, мы все знаем, что вы нам говорите. Понимаешь? Вот есть какая-то вот такая печать на этих рублевских женах, как я их называю. Что вы нам... Они приезжали ко мне на кинотавр, там, понимаете, там, жена Гафина, там. Вот на них печать лишь. Я вообще... По мне, я не знаю, я бы не влюбился, наверное. Вчера по ижевским концертам вашим двоих арестовали. Оба сдают тебя. Говорят, если бы не Высоцкий, не было бы ни билетов фальшивых, ни концертов левых. Так что теперь твоя поездка в Париж может расцениваться как попытка укрыться от следствия. Танюша, значит, слушай меня внимательно. В кабинете у Володи под кроватью коробка. Берешь ее и мигом сюда. Сука, а! Приезжайте! Владимир Высоцкий! Он там себя гробит, а мы тут смотрим. Мы не смотрим. Мы ждем.
Ну, ситуация серьезная, у нас проблемы. Это почему? Ну, не серьезно, я говорю, аншлаги. У меня из комнаты исчезло лекарство. Может член ЦК преступника слушать и аплодировать потом? Это всем конец. Доставал Толик. Везла Танюха, лежала у меня, окулишься ты. Что везла сюда Танюха? Ваша. Но я к этому отношения не имею. А перед самым отлетом снимешь ее с самолета. И все.